дарить и получай подарки, потому что когда ты даришь, ты тоже получаешь радость от другого человека. А Дед Мороз уже не дарит подарки взрослым или дарит? Планшет это круто. Не, это ты для мамы хочешь планшет? Нет, надо для мамы. Здравствуй, Дедушка Мороз. Моя мама готовит самое вкусное, это горячие бутерброды. Увлекается чашками, тарелками, одним словом, посудой. Смотрите, Дед Мороз. Ребяшки, все открывайте свои письма. И мы сейчас по очереди будем читать, что же у вас тут написано. Моя мама очень любит природу, наблюдать за птицами, за разными бабочками. Дед Мороз, пожалуйста, подари квадрокоптер маме. Поскольку папа у меня болеет, я ему теплый шарф, шапку и варежки красивые. О, сколько здесь вещей. Все, круто. Молодец. Там-там-там-там-там. Для мамы наушники беспроводные заказывал? Да. А для папы шарф то, что надо. Его размер шеи и длина. Потому что она всегда хотела такой набор. Надеюсь, мама будет беречь. Говорят, под Новый год происходят самые невероятные чудеса. А вы верите? Да. Да. Тогда пора начинать. Да. Дорогой Дедушка Мороз, принеси папе и маме подарки. Я хочу подарить маме. Давай я тебе ухо одену, а ты пока читай. Да. Моя мама лучшая на свете. Я очень люблю ее. Мама очень любит музыку. Это потому, что по утрам я включаю музыкальный канал. Дедушка Мороз, я в этом году вел себя хорошо. Подари моей маме подставку для ножей. Я хочу, чтобы мы больше с родителями гуляли и играли в игры. Мама, смотри, это трек. Я же говорила, что чудеса бывают.